Добрый день! Я приветствую вас всех на канале «На кухне в Любани». Сегодня будет не Люба, а Коля. Настала настоящая весна, и пришла пора подстригать вот такие вот кустики, нашу живую изгородь. Муторное дело, но что для этого надо? Берем вот такие вот ножнички и поехали. Один, два, раз, два, раз, два, раз, два. И вы ему поверили. Смотрите, как улыбается. А зря. Это делается совсем по-другому. Берем вот такой вот кусторез. Держим покрепче в руках. И потихонечку, потихонечку начинаем. Итак, пока Коля занимается парикмахерским искусством, я вам покажу, как цветет черешня у наших соседей. Конечно, уже расцвела полным ходом и даже выпустила листочки. Смотрите вот поближе. Цвет черешни красивый, такой на голубом небе, такая красивая черешня. Обратите внимание, большая, высокая, то есть высокая. А дальше у наших соседей зацвела вишня. Сейчас подойдем с вами поближе и посмотрим. Смотрите, как зелено красиво, на фоне зелени, там цветут вдалеке тюльпаны, а это вишня. Вот смотрите, какая красивая. Вот. Хочу сказать, что у нас во дворе зацвела сакура, потому сейчас пойдем и посмотрим, как цветет наша сакура. А пока, как всегда, ждем. Вот так цветет сакура в нашем дворе. Радует глаз и очень приятно смотреть. Но, вы знаете, мы так долго ждем, пока она зацветет. Это так, знаете, они почечки так не распускаются. Вот появились розовенькие, они распускаются. И вдруг, смотрим утром, зацвела. И очень жаль, что цветет она очень короткое время. Максимальное это неделю. Но вдруг пройдет дождик, то буквально через 2-3 дня этот цвет весь осыпется. Что хочу сказать, что аромата никакого нет, но красота это необыкновенная, особенно в первые дни. Хочу еще сказать, что это очень красиво, когда во дворе 2-3, там и более деревьев, где-то аллея. Но одна сакура тоже придает немалой красоты. Цветочки, смотрите, вот маленькие, они мне почему-то напоминают, знаете, такие декоративные маленькие хризантемки. Что еще хочу сказать, что это красиво, это природа, это красиво. Нету, конечно же, здесь никакого, допустим, никаких ягодок, спрашивали, ничего нету. Но зато это очень красиво. Хочу вам сказать, что Коля у нас там работает, потому пока мы смотрим сакуру, а за это время он там стережет кусты. Но его работу мы посмотрим завтра. А пока давайте еще немножечко посмотрим нашу сакуру. Вот такая красавица в нашем дворе. Ну что, родные мои, закончил я стрижку первую. Закончил, правда, еще вчера вечером. Сегодня утром мои помощники дрыхнут без задних ног, поубирали, подмели. Кстати, вот покажу вам параллельно. Вот розочки, которые начинают расти. Вот, еще травка, но травка уже побрызана гербицидами, поэтому все это будет здесь чисто, чисто, чисто. Ну, покажу вам до конца свою работу. Вот, смотрите,
Вот такие дела. Вот те же розочки в другом отделении. Но все это будет позже. Вот такую стрижку я устроил. Как правило, первая стрижка не очень удачная, всегда там какие-то браки есть, но тем не менее вот такая живая изгородь. Сейчас я вам покажу еще розы, которые вот они. Здесь уже травы практически нету, кое-где пооставалось. Но это ненадолго. Вот все, что мы хотели вам сегодня показать. Вчера, сегодня. Все, что мы вам хотели показать, показали. Вот так вот. Садите, стригите. И наслаждайтесь. До новых встреч. Ждем вас всегда. Всего вам доброго.